получится. Но понимая, что мы ограничены по времени, и я не так часто занимаюсь фигуративным искусством, я решил, что сегодня будет, в общем, для меня традиционная тема. Небо, облака, но без океана, немножко Петербурга, то есть вода будет. Ну, я часто просто отмечаю для себя горизонт, потому что бумага бывает не совсем идеальной геометрии. Вот, значит, поэтому отметить горизонт бывает необходимо. Так, чтобы он там не вызывал каких-то большого раздражения своей прямотой, я могу легко списать. Вот, дальше. Значит, что я вижу важным вот в такой работе, где небо занимает большую и важную часть. Значит, правильное какое-то, ну, верное не вообще верное, а в смысле только замысла. Верное сочетание, попадание какого-то главного тона. И иногда я делаю подмалевок такой серенький, и потом впускаю туда краски. Ну, в данном случае облака, они уже изначально имеют снежно-белые края и какой-то там серый, голубоватый тон. Вот, ну, можно начинать, да? Это тоже важно. Вот, я не буду сильно там изобретать велосипед, у меня какие-то есть тоже уже опробованные мной ходы, то есть чисто композиционные, хотя, ну, может быть, странно говорить о композиционных каких-то вещах применительно к облакам, они как борщ, всегда одинаковые, всегда разные, но тем не менее, да, можно закомпоновать их одним образом, можно другим. Вот, а для человека, который преподает, да, своим студентам именно композицию, то есть я вот не учу рисовать здесь в академии, вот, то нужно же понимать, что там закомпоновать можно какими-то несколькими возможными способами. Значит, у меня с одной стороны более холодный тон, с другой более теплый. Я, поскольку сделаны они фактически из одних и тех же красок, я буду добавлять вариации, да, то есть подбавлять больше холодного. Обычно, ну, в моей практике начало работы – это наиболее такая долгая часть. То есть вот всегда какой-то маленький кусочек, маленький уголок листа, он возник. Ну вот у меня есть, да, по тону уже какая-то история произошла в одном углу листа. Теперь я попробую подвести сюда небеса. Влажная бумага, много воды на кисти, мало воды на кисти, кисть полусухая. Сухая бумага, можно лить. Но это связано именно только с моей манерой, и вполне возможно, что кому-то это, ну, там, бесполезный опыт, а кому-то, наоборот, окажется там более полезным и интересным. Вот. Ну и можно, пользуясь тем, что краска она влажная, но не течет, можно в нужных местах смягчать. Можно выбирать, вытирать, там, ну, делать, производить с ней какие-то. Вот, теперь, когда я глазами вижу то, что до этого я мог только представить себе там где-то в голове, вот, я могу уже с большей уверенностью продолжать, уже ориентируясь на имеющийся тон.
тоже буду чуть-чуть менять наклон, потому что, ну, когда блестит зрителям, плохо, но когда блестит мне, это тоже плохо. Вот, ну, я могу добавлять воду. Иногда мне бывает нужно что-то так вот не жестко, но достаточно уверенно вытереть. Вот для этого у меня есть такая тоже синтетическая. Вот, ну, я везде сохраняю абсолютно чистую белую бумагу, потому что если мне будет необходимо, я могу перекрыть потом это легкой лессировкой, но пока что сохранение белой бумаги, оно дает вот как раз возможность попытаться передать ощущение света, сияния этих облаков. Ну и вот такая работа неспешная. Она всегда приятна. Такой род медитации. Ну вот вы видите тоже, что там, где это необходимо, можно совершенно спокойно тон выравнивать. Ну и поскольку некоторые облачка в контр-ажуре, то я постараюсь добавить в середину немного серого холодного. Вот, поскольку я пользуюсь довольно сближенной, такой ограниченной палитрой, то у меня нет каких-то сомнений, что вот будет ли там, ляжет краска. Но она все равно, потому что из тех же практически красок состоящая, то как-то она подойдет как бы к остальному. Иногда и пальцем можно. Вот. И чем ниже я буду опускать как бы свое поле зрения, тем более холодную, открытую я буду добавлять. Это возможно, что не так, как, допустим, мы бы сфотографировали и посмотрели, что получается. Может быть, там совсем по-другому. Но вот
важно тоже понимать какую-то свою систему, каким способом ты пытаешься передать впечатление. Ну, в данном случае, понимая, что бумага, она все-таки такая чуть теплая, не холодная, не такая, как белила. Вот, я в данном случае там эту теплоту подчеркиваю рядом находящимися более теплыми красками. Иногда получившийся какой-то кусочек, он помогает там, понять, что надо еще что-то добавить. Ну, я себе выбрал счастливую такую возможность, такую лазейку писать облака, да, это так хорошо, потому что в смысле, да, в изобразительной практике, что их какие-нибудь они добывают. Вот, поскольку я стараюсь, чтобы у меня просто так ничего никуда не текло и не бежало, то если это вот получается там отслеживать, то бывает можно и как-то оперировать с краями, то есть смягчать их, там, списывать. Да, это именно та вещь, которой бывает не хватает в акварельной живописи. Ну вот кто как решает этот вопрос? Вы видели, как это решает этанол? То есть он потом проходится водой, более жидкой краской, размывает. То есть делает какие-то действия, которые позволяют избежать. То есть чем больше касания разнообразны, тем больше мы рассказываем этим. За собором вы тоже рисуете? Ну, вы сейчас все увидите, да, я не буду говорить о том, чего я еще не сделал, да, просто потому что, а то интересно не будет, то что ж вы будете все знать. Почему? Я все знаю. Как это, о честности никто не обещал? Вернее, даже не так. Честность-то может быть и да, а такой откровенности, да? Зачем же я буду? Вот. Ну и вот такая вот эта игра, она очень мне нравится, я люблю посвятить время именно вот такому вот занятию. Вот, по поводу, сами не знаете, да, бывает так, что импровизация становится самым главным, потому что, ну, вот мне нужен цвет, тон намного-намного гуще. То есть, если предыдущее я писал через смесь
с ультрамарином, то сейчас я добавил чуть-чуть кобальта, он более тяжелый, и немножко финокридона. Если вот легонько-легонько касаться, то это все, как это, может пройти безнаказанно. Вот, и теперь беру еще чуть-чуть ультрамарина и добавляю его в этот свежий, непросохший слой. Так, и я сразу же перейду к к небесной линии, да, к линии берега города. Так, вот нужно мне сохранить больше белого с этой стороны, а вот здесь я могу чуть-чуть списать, чтобы лишнее белое не было, как, представьте себе, это не моя метафора, я у кого-то прочитал, когда еще был школьником. Почему, говорит, не надо использовать все время, там, не рисовать тем самым углем и еще белым карандашом блики. А представьте себе, что у вас есть рояль, все клавиши, еще одна дополнительная белая. Играли, блин, белая, играли, белая. Вот тоже надо следить за тоном. Но все это, конечно же, касается только и исключительно изобразительной практики, потому что сейчас масса интересных всяких опытов чисто с визуальной практикой, видео и так далее, и так далее. Там это не так важно. Но если мы занимаемся изобразительной практикой, то, что я делаю сейчас, это, опять же, уже названная в начале такая вещь, как контроль количества воды и краски в зависимости от того, бумага сухая или мокрая. В данном случае здесь бумага успела изрядно подсохнуть, так, и поэтому, когда у меня на кисти обычное количество краски, она ложится с такими просветами, пробелками. Дает возможность без дополнительных инструментов, без дополнительных каких-то ухищрений передавать всякие состояния. То есть чисто за счет текстуры бумаги и быстроты действий кисти. Пора браться за самое главное, чего еще не хватает. Значит, что у меня здесь этим главным будет? Силуэт, собственно говоря, города. Вот, я попробую его тоже там в несколько колеров, поскольку
архитектурное образование, оно продиктовало некоторые навыки. Такой один тон, он чуть-чуть имеет вариации по цвету, там теплее, чуть-чуть холоднее, чуть-чуть. Ну, так же, как когда мы смотрим, прищурившись там на другую сторону Невы, мы вряд ли способны там очень точно следить. Но, в принципе, как-то воспринимаем в общем. Ну, я думаю, что вот на этой радостной ноте я сейчас и буду закругляться. Разве что две вещи. Хочется мне маленькую нотку
холодного вот здесь, потому что крыши обращены к небу. Как я уже говорил, когда краска подсыхает, бумага подсыхает, то выясняется, где не хватает цвета и тона. Я сейчас, к сожалению, не смогу досконально это понять. Вот, ну. Некоторые точки, чисто вот такие цветовые точечки поставить. Да, можно. Но неинтересно. А что его добавлять, когда уже все? Ну, хотя бывает, что я добавляю. Ну, вот таким путем. Я могу развернуть, чтобы вам было видно.